Господарки Гомельской области завершают нарыхтовку кормов первого укосу. 80% скошенных площадей убрано полностью. На полях застались только шматгодовые травы на сено и сенаж у полимерной пленцы. У связи с засушливыми умовами надворья господарки так само косят травы на так званой неудобицы. С подробязностями Евгения Кухаронок. Гомельский район, поле господарцы Урицкая. На площу у 30 гектаров убирают урожай шматгодовых трав. Великое поголовье скота у 10,5 тисяч примушая змагаться за каждую травинку. Зараз нарыхтовано 600 тонн сена. Это на 200 тонн больше, чем у минулым годе. В уголе каля 3 центнеров на одного представника буйной рогатой живелы уже есть. Вовремя были дожди, поэтому траву в этом году лучше гораздо, чем у нас были в прошлом году. Первый укос уже сеянных трав уже убран. Значит, сейчас работаем по поймам, по, значит, таким более заболоченным местам. Убираем, готовим корма. У регионе ведется работа по увеличению площади шматгодовых трав, у приватности люцерны и бобовых компонентов. Все лето амаль удвоя поширены палетки кукурузы на зерне. Культура засухоустойливая и уроджайная. Миновито тому на ее зроблена ставка. Уже несколько тыдней у регионе трымается спякотное и сухое надворье. Однако до складанного агрометеорологичного становища аграры подрихтовались загодя. В Гомельской области есть страховой фонд по семенам. Сгоревшие посевы будут пересеваться однолетними культурами на кормовые цели. Это такие культуры, как пайза, проса, редька масличная и группа крестоцветная, рапс. Господаркам региона поставлена задача нарыхтовать не меньше за 30 центнеров травяных кормов на одну умовную голову буйной рогатой живелы. Есть районы, где до плану рухаются больше мкліва. До прикладу, у Житковицким приступили до другого укосу. Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».